Дружаньки, подружаньки, всем по привету. Сегодня воскресенье, очередные покатушки. Скорее всего, лайтовые. Пума не будет, Жеки не будет. А там посмотрим, кто приедет, не знаю еще. И куда поедем, тоже не знаем. И что, я первый тут получается? Саня должен был приехать, не приехал. Что-то он с утра ко мне заявил. Вон они, индуристы. Саня Диона обкатывает. Кстати, прет, нефиг делать тут. Ну и шо, как он тебе? А? Как он тебе? Прыгает, блядь. Прыгает. По подвеске класс, да? Мягенько, шпок себе и поехал дальше. Оно там все пробивало, да, нафиг? Ну, Андрюшка будет учиться он. Андрюха тоже уже скачет, как кузнечик. Да. Как раз ему под его рост то, что надо. Он довольный, как слон. На этом он столько кайфа не получал, блин, как на том. Ну, хоть подпрыгивает там, или так? Да. Первый раз, блин, она выключенная была. Ты так подлетел и так чуть не упал. Такой кадр был охеренный, блин. А оно, оказывается, я ее включил, а на этот не нажал. Давай, еще раз упаду. На пуск. Давай. Едет, хорошо едет мотоцикл. Кум тоже захотел. Не знаю, купит, не купит, но вроде как собирается. В общем, на следующей неделе будем посмотреть. Да, он так и приземляется. Видно, что ему это все в кайф именно самому мотоциклу. Он для этого заточен. Ох, Саньке еще подучиться надо. Смещаться назад. О! Я че его сюда, честно говоря, и тянул? Чтоб он привык к мотоциклу. На нейтральке? Да. Блин, он для меня пердуна старого высокий. А, ну нет, кстати, он подо мной сел. Я тебе говорю, он нормально садит. Ой, твой уже под меня сел. А подожди, а че он? Ты выключил зажигание? Невысокие обороты, холостые? Мне кажется, высокие. Да, привыкать надо. Он, блин, он прет. Конечно, не по-детски. Ух ты, здесь раскатали. Да, подрывает очень весело. Это не по трассе ездить. Здесь классно на нем, реально. Кататься просто надо. Еще чужая техника, она как-то немножко сыкотна.
Очень интересный аппарат, пацаны. Вот пока на бездор не выйдешь на подобной технике, ты ни хрена не поймешь. Начинаешь вот хотя бы вот первые шаги делать какие-то здесь. После моего, конечно, это просто дурмашина. Но я имею в виду после Шинрая. Но опять же, вы же видели, чтобы он так ехал на бездоре, нужны большие звездочки. Соответственно, уже где-то там по дорогам общего пользования и так далее, на нем совсем не интересно ехать, потому что там максималка, ну, 80, ну, может быть, максимум 90. Блин, тормоза цепки. Под мой рост чуть-чуть неудобен руль. Надо выше подымать. А так, проставки, короче, надо ставить. Он, да, вот некомфортно ехать. Я на второй все время, ну да, на второй езжу. Но интересно, как он на третий ездит. Ну, весело. Для бездора весело. Прикольный дырчик, Саня. Едет? Да. Я никогда не думал, что мой зонг, если поставить звезду, может так же ехать. Он такой веселый на бездоре именно. Ну, блин, прикольный. Прикольный аппарат. Он тоже едет? Не, этот тоже едет по-своему, да, я согласен. Что у тебя случилось? Что с тормозом? Пропал тормоз? Не, не пропал, наоборот, стал какой-то сильно жесткий, резкий. Как выдавило его, знаешь. Прокачал. А, нихуя себе. Задубел. Ага. Ну, ну а так колесо нормально, нихуя себе, он не крутится. Зажало? Да. Он же зажат. Ну. А ну подними, потом. Да, да. Ого, зажато. И да. Вот тут, когда вот я в крайний раз прыгал, у тебя передняя сразу переставала крутиться. Да. Ну да, да, кстати. Вот то оно, блядь, я чувствую, что это не то, блядь. Это нужно было, блядь, вот так сделать. Легко, да. Блядь, я это умею, блядь. А что случилось? Ставь его на подножку. Суппорт клинануло, сейчас его скинем. А тут ничего не было? Нет. А, что, футбол был? Вот я о том же. Болта нет. Нету болта. Идем искать. Вот это надо чуть отпустить. Видно, не возвращается жидкость. Чуть-чуть отпустить это назад. Сейчас жидкость травлю с цилиндров. Она же просто опять накачает. Она не возвращается назад просто. Нет. А, да, но уперлась и, скорее всего, его просто не возвращает. Это та регулировка, подхват руки. Да. 8. А ну на восьмерку. Полностью его закручиваю, а там уже подрепетируем. Чё ж его так зажало опять же? Потому что оно не держит. Оно должно... Нет, этот регулировочный болт, это подгонять его под свою эту, блин, под свою лапу. Этот болт, в принципе, не сильно важен. А вот этот вот, он же давит на шток. А это именно регулировка, ну понял, хвата руки и все. Не более того. А
отпустила. Да. Короче, еще чуть-чуть открути, пусть у него лучше свободный ход будет немножко. Какая плавная горка? О, давай разгон, разгон. Да не, он не возьмет. Кто? Да легко. Там мотор намного тяговитее, чем этот. Так у него 38-я задняя вообще стоит. Так я тоже и говорю, что за везде, думал, не возьмет. Офигарит, блин, он тянет. Ну да, единственное, что... Но там мотор интереснее, чем этот. Я тогда прозрел. Я прокатился на нем, он такой тяговитый. Ты не катался? Поршень на трикере? Да. На трикере поршень. Всего лишь поршень 72 против 69, а блин. Вам можно голову кинуть? Ну, по идее, да. Там голову, наверное, и не надо, там цилиндра хватит. Цилиндр поршневой и все. Там тоже два, у вас два клапана? Ну, там мотор один в один. Вообще, я его вот смотрю, то есть вот низко. На каре это уже 4, да? Не, ну там уже вот как у меня на зонге стоит, такой же самый. Четырехклапанная вся херня. Богатит, карп жрет бензина очень много. Жиклеров таких найти не может. Там длинные жиклеры. Мы поставили короткие, и он не можем понять, то ли с камеры не может достать бензин, то ли что он на парах на одних. Ну, короче, стреляет. Плохо работает. Едет очень хорошо, но жрет, блин. Бака километров на 60-70, наверное. Тут, по-моему, 6,5 литров бак. Честно, не смотрел, не знаю. В общем, жрет много. Иголку опустили, но все равно богатит его. Видно, слышно, как он богатит. Даже заводишь, он черный дым пускает, если крутануть ручку. Хороший, очень хороший дырчик, честно говоря, ну, немножко он мое отношение к нему поменял. И теперь я понимаю, почему люди говорят, что все-таки низа есть. Ну, ощущение низов, потому что он моментально раскручивается на этой звездочке и кажется, что низа есть. На самом деле рабочий диапазон где-то от 5 до 9 тысяч оборотов. Вот именно в этих оборотах он едет, он валит. Управляется легко. Ну, короче, хороший мотоцикл, несмотря на то, что китайский, как бы, есть косяки, все равно они присутствуют в Китае, но едет классно. Да, сейчас трава есть, не видно нифига, куда ехать, чего ехать, я уже и забыл, а здесь еще эти черные копатели перекопали. Санька чебурахнулся, ушел в ровчик. Санька не тот мотоцикл взял. Надо было 6С брать. А сейчас Андрюха попробует, ну-ка. Вот он выходит на малых оборотах, а на Дакаре уже его надо раскручивать, хотя бы 4000 должно быть оборота. Но он, правда, выплюнется, либо куру сделает. В общем, ребятки, чуть-чуть неудачные покатушки сегодня. У Сани карбюратор на Дакаре открутился. Вот.
Ну, там не проблема, сейчас закрутит. А у Андрюшки тросик лопнул газа. Сейчас еду домой. У меня где-то бубышки есть. Есть и тросик, но, правда, от этого он, наверное, длиннее. И там, наверное, полмота разбирать придется, чтобы его поставить. А должны быть еще бубышки вот эти у меня закручивающиеся. Контрящиеся. Сейчас поеду. Благо, что это рядышком.